Красной площади, центральный концертный образцовый оркестр военно-морского флота имени Римского-Корсакова, начальник художественного руководителя, капитан второго ранга боевики «Мексика», дирижер майор Марат Стоянов. Самодержавной рукой он смело сеял просвещение, не презирал страны родной, он знал ее предназначение. Семейным сходством лучшего, все будет вашей головой, как он не удалит, не ведет, как он не забывает. Вместе с музыкантами-моряками сегодня